Здорово, народ. Канал Сэви Фокс. Сегодня идем на домашний водоем. Район Старосырова, речка Мовия. Будем пытаться ловить карасика. Переделал я под снасть, под ту снасть, которую ловят местные. Взял сегодня аж 3 поплавка с собой. Взял кашки, сварил, взял хлеба. Потому как только на хлеб они здесь его и ловят, карася. Взял болтушки на случай, если он не будет брать. Половим чуть-чуть плотвы. Крайний раз, когда сюда ходил 4 дня назад или 5 дней назад, отсняться не получилось. Потому как был дождь проливной очень долго. У меня 4 часа почти мыло под ливнем. И ничего я не отснял, не стал не снимать ничего. Весь промок, замерз. Толком ничего интересного не поймал. Вчера я ездил за грибами. Сейчас видеоряд, фоторяд закину вниз. Можете вниз, внизу посмотреть, грибочки собирал под осиночки. Более подробный отчет можете посмотреть у нас в группе ВКонтакте. Зайти. Также я туда скидываю те фотоотчеты, по которым получается отснимать видео. Можете зайти посмотреть, кому интересно. Ну, в принципе, и все. Погнали. Посмотрим, что сегодня нам готовит день грядущий. Похолодало, кстати, идешь. Этот теплый воздух вырывается изо рта. Вот. Холодно, очень холодно. Похолодало, ветерок. Посмотрим, как это все подействует. Будет видео. Доброе утро! Доброе утро! Как стало, Лев? Я не вижу ни хуя. Зато слышу. Вчера плохо. На плодычку перешел, карась вряд ли, ну хоть что-то поймать, хоть половить. Если он в терке, то это надолго. Да, как ни странно. Я по Подмосковью много где ездил, только на... Я сколько раз про слышал, то что там прям мелкая, прям вообще прям очень много, но ни разу не ловил.
несъедобный поплывок, несъедобный. Я вон и там в камышах там прыгнул, такая торпеда, килограмм на полтора, наверное.
Давненько в Подмосковье такую плотву не ловил. Здорово, народ, отловился я. Время 9 часов, сейчас, наверное, полчасика посижу еще и буду собираться. В итоге поймал два карася, с ладошку небольшие. На камеру они не попали, как на закон подлости. Когда выключаешь камеру или ставишь в режим ожидания, она происходит поклевки и уваживания. Но сейчас в концовке буду собираться, покажу, что за карась. Карась интересный, темный, похож на торфяного, но это не торфяной. Водоем далеко не торфяной. Интересно, круглый. Поймал на белый хлеб, на мякиш белого хлеба. Соответственно, кормил своей кашей. Сейчас буду собираться, обязательно сниму садочек. Покажу, что да как. Плотва была редкая, но довольно-таки достойная. По подмосковным меркам неплохая. Ну, в принципе, все. Далее сами все увидите. Вот и все, друзья, рыбалка закончилась. Поймал я три карасика. Один оборвал у меня, прям под берегом ушел. И штучек, наверное, 5 или 6 плотвичек. Рыбалка классная, ну, довольно-таки интересная. Карасик буквально грамм 250-350 грамм такой. Мерный, хороший, меня прям порадовало. Я прям оторвался давным-давно. Мы в Подмосковье. Я встречал карася на таком водоеме. Водоем вообще маленький. Я вам сейчас его покажу, можете наблюдать. Вот он есть, ничего, вообще крохотный. Я на таких прудах очень-очень давно ловил. Вот, попадается карасик, попадается на манку, на хлеб. Ловил на поплавочку, три поплавочки, вот они у меня здесь лежат. Три удочки. Две такие, одна на дальний заброс я собирал, ловил. Забрал я мусор. Мусор обязательно забираю с места ловли. Потом вынесу его. Ну и сейчас покажу по улову. Улов. Такой вот карасик интересный. Грамм 300-350. И плотвишка большая. Там порадовало здорово, блин. Карась высыпал. Классно. И один такой же засранец у меня оборвал. Чуть, может, покрупнее. Лесочка стояла маленькая, тоненькая, плотвиная. От жадности хапнул он ее, блин, и возле берега удачно он ее сорвался и ушел. Ну, пару сковородок наловил, время провел супер. Вам желаю удачи, удачных рыбалок, всего самого наилучшего, берегите себя. Пока-пока.